Паш? Молния. Гром. Лейтенант Спирс. Что вы тут делаете, рядовой? Проверяю, что тут за шум, сэр. Я как раз оттуда. Все в порядке. Да, сэр. Нервные у вас бойцы в роте? Есть немного, сэр. Однозначно есть. Они не понимают, насколько все просто. Что именно, сэр? Делай, что должен, и все. Как вы в день высадки? Лейтенант. Сэр, когда я приземлился, то попал в какую-то траншею. И сразу заснул. Видимо, из-за тех таблеток, что нам дали перед вылетом. А когда проснулся, то не стал искать свой отряд, чтобы сражаться. Я просто сидел там на месте. Как тебя зовут, боец? Блайт, сэр. Альберт Блайт. Знаешь, почему ты прятался в траншее, Блайт? Мне было страшно. Всем было страшно. Но ты прятался, потому что считал, что есть надежда. Хотя на самом деле нужно принять тот факт, что ты уже мертв. Чем раньше ты это поймешь, тем быстрее начнешь действовать как надо. Без жалости, без сострадания, без сожалений. От этого зависит исход войны.